главное предложение сегодняшнего дня. И это наш любимый, самый-самый востребованный продукт от Института натуротерапии Травманол Актив. Что сейчас за окном? Посмотрите, снег, гололед. У нас сейчас высокая опасность травму получить. Очень многие боятся гололеда, даже не выходят на улицу. Гидромедцентр по Москве и Московской области объявил, завтра будет целый день идти ледяной дождь, потом будет ледяная корка 6 мм, а значит, высокая опасность получить травмы. Если у вас есть еще к этому разрежение костной ткани, если у вас есть остеопороз, если вам старше 70 лет, там, плюс-минус 70, в этом случае любое вот такое падение – это перелом шейки бедра, это внутрисуставной перелом плечевой кости, это компрессионный перелом позвоночника. Если вот так вы падаете, ну, извините, на попу, на задницу, сразу перелом, компрессионный перелом позвоночника, вы можете остаться в инвалидном кресле. Потому что проблема с опорно-двигательным аппаратом начинается уже в 25 лет. То есть уже каждый третий, а после 50 лет уже 99% людей страдает от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это и артрозы, и артриты, остеохондрозы, грыжи, протрузии, вальгусная деформация стопы, пяточно-подошвенные споры, и ревматоидный артрит. Если вы готовитесь к эндопротезированию или уже прошли операцию по эндопротезированию, вот этот Травманол, комплексный препарат, который решает эти все проблемы. Как, если у вас болят суставы, вот как вы себя ведете? Вы начинаете пить нестероидное противовоспалительное. Вы глушите вот эту боль. Вот ваш сустав, он уже красный, он уже там кровавый. Почему? Да потому что ваша хрящевая ткань здесь развалилась. Вы глушите эту боль и продолжаете давать нагрузку на сустав. Если вы ходите, тащите сумки на своих датчиках, если у вас лишний вес. Вот в этом случае Травманол Актив, он не просто обезболивает ваш сустав, он его залечивает. Он как бы вот эту повязку на ваши вот эти, видите, красные поверхности разрушенные хрящ накладывает. И в этом случае вот этот ваш хрящ после 3, 4, 7 коробок от Травманола заживляется. У меня есть куча, действительно, десятки пациентов, которые отказались от операции. Операции, которые им были назначены, потому что вот этот сустав надо удалять. Третья степень артроза, все, это показание к удалению. Да как это страшно. После 2, 3, 4, 6 иногда месяцев применения. Да, 6 месяцев, да, надо вот это все попить, но... Вы не просто пьете, вы не просто обезболиваете, как вы делаете с обычными таблетками, вы идете к выздоровлению сустава, у вас появляется свет в конце тоннеля. То есть вы знаете, вы сейчас пропьете 7 коробок, сделаете перерыв, еще 7 коробок, и ваши суставы будут первой, второй стадии артроз. Когда первая, вторая стадия, уже операции не делают. Вот у меня сделайте там МРТ каких-нибудь суставов или Оли, мы у себя найдем уже первую, вторую стадию артроза, понимаете как? С ней можно жить и жить, и вот в чем Травманол. То есть это, можно сказать, как такой, знаете, аналог даже эндопротезирования. Вы не хотите делать эндопротез. Боитесь наркоза. Вы боитесь, что у вас там сахарный диабет, заживление будет тяжелое, потому что что такое эндопротезирование? Это срезают вот так вам сустав. Вот покажите прям покрупнее, вот здесь. Срезает вот так сустав, и вот этот сустав ваш выбрасывают. Понимаете как? То есть его выбросили, дальше вместо него станет титановый железный протез, и вот он, протез этот работает. Но вот эти суставные поверхности, вот такие сверли в костях отверстия, вставляют протез, ваш протез-то должен прижиться. А если он не приживется, если он будет болтаться, все, повторная операция, а вы принесете повторный наркоз, повторные остеомиелиты. У меня, ну, как бы есть пациентка, которая пришла ко мне после операции по эндопротезированию тазобедренного сустава, у нее остеомиелит уже 2 года. Что такое остеомиелит? Постоянно открываются свищи, выделяется гнойное содержимое. Во время операции занесли инфекцию. Не знают врачи, как сделать. Там синегнойная палочка, считается внутрибольничной инфекцией, которую невозможно вылечить. Ужас. И вот я ей назначил Травманол, у нее пошло на улучшение. Но... если бы она этот Травманол пила бы до операции хотя бы полгодика, понимаете как, то от этой операции она могла бы избавиться. Она бы не надо было протезировать, никакой бы синегнойной палочки, никакой. Запомните, я вам говорю как хирург, самая лучшая операция — это та, от которой можно отказаться. Поэтому если у вас вот готовы уже к эндопротезированию, страшные боли, в позвоночнике страшные боли, либо вы не можете согнуться, не можете разогнуться, начинаете применять Травманол, и вы сразу получаете результат.
Да, он не сделает ваши суставы, как, ну, что вы как 18 лет бегали, прыгали, да. Но в этом случае вы поможете себе заживить те суставы и дальше жить без боли. А как принимать, кстати? Давайте расскажем. Элементарный прием. Один раз в день. Встали утром. Берете вот эту самую на флакончик и выпиваете его полностью. Самое главное, не разжевывай капсулы. Капсулу надо проглотить, потому что она, видите, вот в флакончике она не растворяется. Она растворяется у вас внутри, там, в желудке, в кишечнике, соединяется с раствором активатора. Зачем нужен активатор? Он усиливает действие тех активных компонентов, которые находятся в капсуле. И результат вы получаете сразу, моментально. Результат получаете в два раза более сильный. Именно поэтому, когда начинают применять Труманул, сразу, буквально с первых дней применения, вы ощущаете положительное действие. Да, потрясающий натуральный состав. Давайте разбираться, что же в составе, за счет чего так эффективен Труманул Актив. Богатейший состав, более 50 натуральных компонентов. Это экстракты трав, сабельник болотный, который берет все полезные вещества, несет непосредственно в хрящевую ткань, потому что он тропин хрящевой ткани. Это глюкозамин с хондроитином, который восстанавливает вашу хрящевую ткань. Наши хрящи на 80% состоят из хондроитина и глюкозамина. Это активированный кальций, витамин D, вот то, что мы начали нашу программу, остеопороз, переломы, ледяной дождь, который сейчас у нас ожидается. Прогнозируется, да. Да, здесь находится экстракт коры белой ивы и ладаного дерева. Это вещества, которые нас обезболивают, но не вызывают привыкания, не вызывают разрушения печени и не вызывают у вас абсолютно никаких побочных явлений в желудке, в отличие от нестероидных противовоспалительных. Например, вот почему на малину заваривают, когда высокая температура? Потому что там ацетилсалициловая кислота, а в коре белой ивы вот это натуральная ацетилсалициловая кислота в 100 раз больше. Смотрите, сколько здесь витаминов, микроэлементов. Даже если купить баночку поливитаминов в аптеке, она сейчас, кстати, дорогая, вот с таким составом совершенно не найдешь. Совершенно, 1500 рублей. Можете посмотреть, вот да, литром есть специальные витамины на один месяц применения. 1500 рублей. Одни только витамины, но здесь кроме витамина среда активатор. Вот эти ненасыщенные жирные масла, ценнейшие масла, среда активатор, то есть это просто великолепный состав. И самая главная цена. Смотрите, вы можете заказать курс 4 упаковки на 40 применений, цена 1999 рублей. Но в основном заказывают двойной курс, где 7 упаковок на 70 применений, и цена будет не 7 тысяч, не 5,5, а всего 2999. Если у вас серьезные проблемы с суставами, возьмите увеличение. Курс на 70 применений. И еще сегодня у нас действует акция. Кто делает заказ сегодня и на сумму 3990 и звонит нам в эфир с отзывами о продукции Института натуротерапии, вы получаете подарок, корзину здоровья. Ну и, конечно, делайте свои первые заказы, если вы уже замучились с суставами. Все звонки абсолютно бесплатные. Успевайте, дозвонитесь, добавляйте нашу новинку Атеро для тех, у кого проблемы с сердцем и сосудами, или Диабинорма, у кого диабет. Звоните.